Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – операторы. По плану мы рассмотрим следующие вопросы. Составной оператор, условный оператор if, оператор выбора switch, условные выражения, вопросительный знак, операторы инкремента и декремента. Согласно синтаксису языка Java, во многих конструкциях может состоять только один оператор. Но часто встречается ситуация, когда надо использовать последовательность из нескольких операторов. Составной оператор – блок кода между фигурными скобками. Имеются два общепринятых способа форматирования текста с использованием фигурных скобок. В первом из них скобки пишут друг под другом, а текст, находящийся между ними, сдвигается на 1-2 символа вправо. Пример. Оператор. Затем на следующей строке открывающаяся фигурная скобка. Далее последовательность простых или составных операторов. Ниже строки открывающаяся фигурная скобка. Во втором, более распространенном, открывающую фигурную скобку пишут на той же строке, где должен начинаться составной оператор, без переноса его на следующую строку, а закрывающую скобку пишут под первым словом. Тут приведен пример этого второго способа. Именно такой способ установлен по умолчанию в среде NetBeans, и именно он используется в проводимых данной лекции фрагментах программного кода. Тем не менее, автор предпочитает первый способ форматирования программного кода, так как он более читаемый. Для установки такого способа форматирования исходного кода следует перейти в меню Tools Options, выбрать Editor Indention, после чего в появившемся диалоговой форме отметить галочку Add New Line Before Brace. После фигурных скобок по правилам Java, как и в C++, ставит символ точка запятой не надо. Java программы состоят из одного или нескольких взаимозависимых классов. После запуска на использование программы Java машина ищет метод с именем main и характеристиками public, static, void, и затем запускает программу с этого места. Метод main создает объект класса программы и вызывает его конструктор. Конструкторы выполняют три основные функции. Если класс содержит main, он выполняет работу программы. Если в программе используется графика, конструктор отвечает на создание фрейма определенного размера и так далее. Если класс является основой для создания нескольких объектов, конструктор применяется для копирования начальных значений в объектные переменные. Переменные могут быть объявлены в любом месте класса или метода в программе на языке Java, а также внутри любой группы операторов, заключенной в фигурной скобке. Такую группу операторов называют блоком. Обычно объявления располагают в начале или в конце блока. Идентификаторы не должны дублироваться внутри блока. Схема объявления переменных. Тип указывается имя переменной 1. Это первый способ. Второй способ. Тут можно перечислять n-ное количество. Значит, тип. Далее имя переменной 1, имя переменной 2 и так далее. Имя переменной n. И третий способ объявления – это тип. Переменная 1, знак равенства, значение 1. После каждых объявлений и переменных обязательно ставим точку запятую. Значит, типы данных. В языке Java насчитывается 6 типов данных для определения чисел. Int, long, double, byte, short, float и 2 специальных символа boolean и char. Обычно для объявлений целых чисел используется тип int, хотя часто применяется и тип long. Поскольку он по умолчанию используется
Для целочисленных выражений, для вещественных по умолчанию применяется double. Тут в таблице приведено, значит, значение этих типов данных, какие они будут иметь значения. Оператор присваивания, значит, имеет он следующий вид: имя переменной, знак равенства, для далее выражения. После него ставится точка запятая. Это применяется для встраиваемых и объектных переменных. Краткая форма записи оператора присваивания. Имя переменной, тут инкремент оператор, имя переменной, декремент оператора. Выражение, значит, имя переменной инкремента можно заменить выражением имя переменной, знак плюс, равенство и 1. То есть к переменной прибавить единичку. Можно записывать имя переменной также плюс равно 6, так как, то есть к переменной прибавить 6. Эта запись называется краткой формой. Существует краткая форма также для вычитания и для умножения. Тут приведены примеры для вычитания и умножения. Разрядных числовых констант. Целые числа могут иметь до 10 разрядов, вещественные до 17 разрядов. Если размер вещественного числа превышает 17 значных разрядов, то Java выводит число в E-формате. Тут приведены приоритеты арифметических операций. Значит, первый выполняется у нас скобка. Дальше унарный оператор плюс, минус, умножение, деление, плюс, минус. У условного оператора if имеется две формы: if и if else. По-английски if означает else, если else в противном случае. Таким образом, эти операторы могут быть переведены как если то или если то в противном случае. Первая форма if, условие, оператор 1. Если условие равно true, выполняется оператор 1. Если же условие false, то оператор не выполняет никаких действий. Вторая форма if, условие, оператор 1, else, оператор 2. В этом варианте оператор if, если условие false, то выполняется оператор 2. Обратите особое внимание на форматирование текста. Не располагайте все части оператора if на одной строке. Это характерно для новичков. Пример. Если а меньше b, то а равно а плюс 1. Иначе, if а равно b, то а равно а плюс 1. Иначе выполняется один из двух операторов. А равно а плюс 1, b равно b плюс 1. Из этого правила имеет исключение, если подряд идет большое количество операторов if, имеющихся в одну строку, умещающихся в одну строку, для повышения читаемости программ бывает целесообразно не переносить другие части операторов на отдельные строки. Надо отметить, что в операторе if в области выполнения, которое следует после условия, а также в области else, должен стоять только один оператор, а не последовательность операторов. Поэтому запись оператора в виде if условие оператор 1, оператор 2, else оператор 3 недопустима. В таких случаях применяется составной оператор, ограниченный фигурными скобками. Между ними, как мы знаем, может стоять произвольное число операторов. Значит, if else, if условие, значит, открывающаяся фигурная скобка, оператор 1, оператор 2, закрывающаяся фигурная скобка, else оператор 3. Если же мы напишем if условие оператор 1, else, оператор 2, оператор 3, никакой диагностики ошибки компилятор не выдаст. Оператор 3 в этом случае никакого отношения к условию else иметь не будет. Подобное форматирование текста будет подталкивать к логической ошибке. При следующем форматировании текста программы и
эквивалентному предыдущему при компиляции, уже более очевидно, что оператор 3 не относится к части else. Для того, чтобы оператор 3 относился к части else, следует использовать составной оператор. Значит, он будет иметь следующий вид: if условие, оператор 1, else, открывающаяся фигурная скобка, оператор 2, оператор 3, закрывающаяся фигурная скобка. В случае последовательности операторов типа if условие 1, if условие 2, оператор 1, else, оператор 2, имеющийся else относится к последнему if, поэтому лучше отформатировать текст таким образом. If условие 1, с новой строки if условие 2, с новой строки оператор 1, с новой строки else записываем и с новой строки оператор 2. Таким образом, если писать соответствующие if и else друг под другом, логика работы программы становится очевидной. Пример неправильного стиля оформления. Значит, if условие 1, if условие 2, оператор 1, else оператор 2. Этот стиль подталкивает к логической ошибке при чтении программы. Человек, читающий такую программу, как и тот, кто ее писал, будет полагать, что оператор 2 выполняется, если условие 1 равно фальсу, так как кажется, что он относится к первому if, а не ко второму. Надо отметить, что сама возможность такой ошибки связана с непродуманностью синтаксиса языка Java. Для правильной работы требуется переписать этот фрагмент в виде условия. If условие 1, открывающаяся фигурная скобка, if условие 2, оператор 1, закрывающаяся скобка, else оператор 2. Чтобы избегать такого рода проблем, используется опцию переформатировать код из всплывающего меню, вызываемого в исходном коде щелчком правой кнопки мыши. Типичной является ситуация с забытым объединением последовательности операторов составной с помощью фигурных скобок. Например, пишут if условие оператор 1, оператор 2 вместо if условие, открывающаяся фигурная скобка, оператор 1, оператор 2 и закрывающаяся фигурная скобка. Причем такую ошибку время от времени допускают даже опытные программисты. Реформа Code не помогает. Обычно эта команда вызывается после того, как программист далеко ушел от проблемного места и перенос оператора под начало if не замечает. Для того, чтобы гарантированно избежать такой ошибки, следует всегда ставить фигурные скобки в тех местах операторов Java, где по синтаксису может стоять только один оператор. Конечно, было бы лучше, чтобы разработчики Java предусматривали такую конструкцию, как часть синтаксиса языка. Возможность среди NetBeans в дальнейшем будет сделана возможность в опциях редактора делать установку, позволяющую автоматически создавать эти скобки, точно так же, как автоматически создаются закрывающиеся круглая скобка в операторе if после того, как вы выбираете if. Следует отметить разные правила использования точки с запятой при наличии части else в случае использования фигурных скобок и без. Значит, if и равно, если if равно нулю, то и прибавим единицу, иначе и уменьшаем на единицу. Во втором случае после скобок перед else точка с запятой не ставится. Неприятной проблемой, унаследованной в Java от C, является возможность использования оператора присваивания вместо оператора сравнения. Например, если мы используем булевские перемены b1 и b2 и вместо if b1 знак равенства b2 и равно 1, иначе и равно 2 напишем. И если b равно 2 и равно 1, иначе и равно 2. Никакой диагностики ошибки
выданы не будут. Дело в том, что по правилам C и Java любое присваивание рассматривается как функция, возвращающая в качестве результата присваиваемое значение. Поэтому присваивание B равно 2 возврат значения, хранящееся в переменной в B2. В результате оператор будет работать, но совсем не так, как ожидалось. Более того, будет испорчено значение, хранящееся в переменной B1. Проблемы с ошибочным написанием равно вместо равенства в Java гораздо менее типичны, чем в C, C++, поскольку они возникают только при сравнении булевской переменной с булевским значением. Если же оператор равно ставится вместо равенства, при сравнении числовой перемены происходит диагностика ошибки, так как такое присваивание должно возвращать число, а не булевское значение. Жесткая типизация Java обеспечивает повышение надежности программ. Оператор выбора switch является аналогом if для нескольких условий выбора. Синтаксис оператора следующий. Switch выражение, далее key значение 1, оператор 1, также key значение n, оператор n, default, и за ним следуют операторы. Правда, крайне неудобно, что нельзя ни указывать диапазон значений, ни перечислить через запятую значение, которым соответствуют одинаковые операторы. Тип выражения должен быть каким-нибудь из целых типов, в частности, недопустимы вещественные типы. Работает оператор следующим образом. Сначала вычисляется выражение, затем вычисленные значения сравниваются со значением вариантов, которые должны быть определены еще на этапе компиляции. Если найден вариант, которым удовлетворяет значение выражения, выполняется соответствующий этому вариант последовательность операторов, после чего не происходит выхода из оператора case, что было бы естественно. Для такого выхода надо поставить оператор break. Это неприятная способность Java унаследована от языка C. Часть default является необязательной и выполняется, если ни один вариант не найден. Пример. Тут приведен пример. У оператора switch имеются две особенности. Можно писать произвольное число операторов для каждого варианта case, что весьма удобно, но полностью выпадает из логики оператора языка Java. Выход из выполнения последовательности операторов осуществляется с помощью оператора break. Если он отсутствует, происходит проваливание в блок операторов, соответствующих следующему варианту, затем с которым совпало значение выражения. При этом никакой проверки соответствия очередному значению не производится. И так продолжается до тех пор, пока не встретится оператор break или не кончаются все операторы в вариантах выбора. Такие правила проверки порождают типичную ошибку, называемую забытый break. Условное выражение вопросительный знак. Это не очень удачная по синтаксису функция, унаследована из языка C. Ее синтаксис таков. Условие, вопросительный знак, значение 1, двоеточие, значение 2. В случае, когда условие имеет значение true, функция возвращает значение 1. В противном случае возвращает значение 2. Например, мы хотим присвоить переменной g значение равное i плюс 1 при и меньше 5, и и плюс 2 в других случаях. Это можно сделать таким образом. Иногда при вычислении громоздких выражений этот оператор приходится использовать без него. Программа оказывается еще менее прозрачной, чем с ним. Приоритет разделений вопросительный и двоеточие очень низкий. Ниже только приоритет оператора присваивания. Поэтому можно писать выражение без использования скобок, но лучше все-таки использовать скобки. Значит, и g равно и меньше 5, вопросительный знак, и плюс 1, и плюс 2.
Операторы инкремента и декремента. Оператор плюс-плюс называется инкрементом, а минус, два минуса, декрементом, уменьшающим. У этих операторов имеются две формы. Постфиксная, наиболее распространенная, когда операторы ставятся после оператора. И префиксная используется очень редко. В ней оператор ставится перед операндом. Для любой числовой величины x выражение x++ или плюс-плюс x означает увеличение на 1, а в выражениях x минус-минус или минус-минус x означает уменьшение на x на 1. Различие двух форм связано с тем, когда происходит изменение величины после вычисления выражения, в котором используется оператор для постфиксной формы, или до этого вычисления для префиксной. Например, присваивание g равно и плюс-плюс, и g равно плюс-плюс, и дадут разные результаты. Если первоначально и равно 0, то первое присваивание даст 0, так как и увеличивается на 1 после выполнения присваивания, а второе даст 1, так как сначала выполняется инкремент, и только потом вычисляется выражение и выполняется присваивание. При этом в обоих случаях после выполнения присваивания и станет равно 1. Спасибо за внимание. В сегодняшней лекции мы рассмотрели операторы, составной оператор, условные операторы, операторы выбора, оператор инкремента и декремента.